все мы, в общем-то, выходцы из сельской местности, и всем нам не чужд сельскохозяйственный труд. И, наверное, в Брестской области нет другого такого более известного человека, который бы проявил себя настолько многогранно и как руководитель сельскохозяйственных предприятий, и как видный ученый, и человек творческий, который много лет занимается фотографией, как Алексей Скакун. Алексей Скакун – белорусский ученый-экономист, автор 5 книг и 6 научных работ. Перечислять его заслуги можно долго, но на удивление людей себя он всегда называет колхозником. Да, вот так просто. «Мой родный кут, як ты мне милый» – строчки известного колосовского стихотворения в точности про него, про любовь всей жизни Алексея Степановича. Любовь к родной земле. Он заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь. 34 года он возглавлял одно из лучших сельскохозяйственных предприятий республики. Колхоз «Память Ильича» Брестского района, позже преобразованный в СПК Остромечево. Все эти годы, работая над созданием образцового хозяйства, взращивая не одно поколение будущих руководителей аграрной отрасли, Алексей Скакун никогда не уходил от своего любимого увлечения – фотографии. Как результат, сотни и сотни фотографий, и все с душой, во всех дух белорусской земли и ее людей. Через них он передает зрителю историю сельского хозяйства и рассказывает о его мощнейшей трансформации спустя годы. Стараюсь я показать молодежи жизнь, в которой работали деды, бабушки нашей молодежи, и наоборот дедам, бабушкам показать, как работает сейчас молодежь. Вот, тогда работали топор, лопата и так сказать, коса и серп в этом. А сейчас все показывать, вот комбайны, тут нету этого. Идет комбайн, и сразу эти тонны идут в закрома. Еще много можно делать снимков, много можно показать молодежи, как надо работать в сельском хозяйстве. Абсолютно все работы, сделанные этим фотографом, мне понравились, хотя бы потому, что на ней изображена родная Беларусь. Очень символично, что эта выставка проходит именно в год народного единства. Я считаю, что все мы делаем общее дело. И наша задача, чтобы это дело процветало. На выставке «Беларусь и белорусы» представлены, конечно, не все работы Алексея Скакуна, ведь за многие годы коллекция собралась действительно внушительная. Но немного не значит плохо, это значит эксклюзивно и камерно. Когда еще был, скажем, действующим руководителем, он был на расхват, я говорю, давайте делайте выставку делайте как фотографа, потому что у него действительно уникальные фотографии, это здесь как бы сотая часть этого, а у него очень большой объем фотографий с разных стран Европы, мира, и поэтому это очень талантливый человек, с большой буквы. Уже сейчас выставка нашла своего зрителя. Брещане, поднимающиеся по лестнице в администрацию Ленинского района, обязательно с интересом задерживаются у работ фотографа.